Вообще, так, я обещала много не говорить. Вообще, позвольте представить удивительную, фантастическую девочку. Резидента проекта Jazz Parking, композитора, исполнительницу и ведущую проекта «Голос дети» Анастасия Чеважевская! Добрый вечер всем. Сейчас, одну секунду. Я хотела бы сказать, что для меня очень волнительно сегодня стоять здесь с тобой, Этери, потому что за те года, которые существует проект Jazz Parking, как-то нам не удавалось с тобой спеть вместе ни разу. Поэтому это первое, почему я волнуюсь. Премьера дуэта? Да, премьера песни. Я написала ее сама. Песня на грузинском языке. Надеюсь, что вам понравится. Oh,